Меня освободили за 2 часа до шаббата, и в шаббат я отправился к западной стене. Я прошел через Дамасские ворота, поскольку я счел, что будет правильно, если хотя бы один еврей пройдет Дамасскими воротами. Сегодня никто не ходит через Дамасские ворота. Мы боимся, потому что мы свободный народ в собственной земле. Когда я туда прибыл, то действительно во всей округе не было ни одного еврея. Когда я дошел до стены плача в 6 часов вечера, чтобы помолиться в шаббат, там не было и 30 евреев. 2 месяца назад, когда евреи молились у стены плача, внезапно с храмовой горы полетели камни, и евреи в панике разбежались. Храмовая гора. Я помню, как 22 года назад храмовую гору освободили. И я помню, как Мотагур, который тогда командовал войсками, освободившими гору, прокричал, даже он, даже левый был вне себя от восторга. Он кричал в свою рацию. «Храмовая гора в наших руках! Храмовая гора в наших руках! Храмовая гора в их руках!» Мы взяли ключ у Вакфа, мусульманского совета, и через 2 дня отдали его обратно муфтию. Так что храмовая гора в их руках. И они забрасывают камнями евреев, стоящих у стены.